Siberia is known for its white wilderness and its long winters. Just north of the Mongolian border lies the ancient Lake Baikal. With a depth of over 1 mile, Baikal is the deepest lake in the world. In the winter, Siberian sled dogs take to the ice and snow as they race for glory. Just northwest of the southern tip of Lake Baikal, along the Angara River, is Irkutsk. An honorary guard of Irkutsk schoolchildren watch over the Eternal Flame, a memorial lit during the 30th anniversary of the end of World War II. From here, the rhythmic sounds of tolling church bells can be heard each weekend as Alexander Ippolitov welcomes the city to Mass. Звонарь Спасского храма города Иркутска и руководитель школы звонарей, благовестник. В России есть замечательная традиция, многовековая уже традиция, пасхальную седмицу, то есть это в неделю после Пасхи и во время Пасхи, разрешено каждому подняться, желающему, на колокольню и звонить. Также и я 10 лет назад поднялся, ну и теперь здесь уже 10 лет звоню. Я звоню 2 раза в неделю, суббота-воскресенье, утром и вечером. Если праздники выпадают на будни в среди недели, то звоню и в праздники. Ну, в советское время, к сожалению, вот в Иркутске и в ряде других провинциальных городов звоны были прекращены, просто были запрещены и все. Вот за годы, допустим, безбожия, атеистической пропаганды, ну, мы утратили, то есть мы прервали эту традицию, и нам приходилось 10 лет назад восстанавливать ее по крупицам. Колокола были разбиты практически все. То есть немножко вот те, что здесь у нас колокола, это музейная экспозиция, только поэтому они сохранились. Поскольку колокольник, где мы сейчас находимся, был пристроен через 50 лет, в 1710 году закончили строительство Спасского храма, и он считается последним храмом древней русской архитектуры. Просто интересно, как построен Спасский храм, то есть основной, скажем, корпус, основное здание. Сейчас я уже убедился в том, что в этом году убедился, что это самый древний на протяжении всей Восточной и даже часть Западной Сибири. Вот этот призыв, может быть, да, то есть я здесь сюда был призван, и вот на этом месте, ну, считаю, что я реализуюсь и приношу какую-то пользу. Олег Тюрюмин, хозяин усадьбы Тюрюминых. Начинали мы с 12 собак, которые привезли с Камчатки. А сейчас у нас около 70. А сибирский хаски – это самостоятельная порода. Мы больше, конечно, работаем с метисами. И нам очень сильно повезло, что мы взяли настоящих ездовых собак на Камчатке. И сейчас у них новое название, новый бренд – байкальские хаски. Самое главное качество настоящей ездовой собаки от другой, что она умеет терпеть. Гонка, на которой мы готовимся, Байкал Рейс, 500 километров. Ну, круглый год тренировка заключается. Вот. А начинаем мы заниматься с 6 месяцев. Мы потихонечку щенка подводим. Первую зиму они у нас переваривают 40 километров, ну, следующая зима уже настоящая. Мы увеличиваем нагрузку, мы бегаем все дальше и больше с наступлением тепла. За декабрь каждая собака должна пробежать 1000 километров. Мы потихоньку снижаем нагрузку, и такой цикл у нас получается год.
Мне сказали, что будешь заниматься ездовыми собаками, я не сопротивлялся. Who are the Siberian people? Despite the fierceness of the land, they are survivors, passionately proud of their heritage with an unwavering love of country. From the strike of the bell to the calls toward the sled dogs, the people of Siberia immerse themselves in their professions and in their land.